башня небо. Отсюда виднее. Друзья, всем привет! И как вы догадались из заголовка данного видеоролика, сегодня мы будем покупать автомобили марки Mercedes-Benz. В частности, мы сегодня с вами купим E200 Sport, цена которого 3 650 3 680 тысяч рублей. Это рекомендованная розничная цена. Какую скидку сделают на него, вы узнаете в этом ролике. Плюс ко всему, пообщавшись с менеджером, мы узнаем, какие цены стоит ожидать нам автомобили C-класса и что самое доступное у Мерседеса, что можно купить с бюджетом до 2 миллионов рублей. В общем, я думаю, это будет интересно и познавательно. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем прямо сейчас. У нас сегодня очень интересная ситуация, потому что Mercedes E-класс человек покупает из региона. Он живет в тысячах километрах от Москвы. Что произошло? Он наобум позвонил одному дилеру, но так получилось, то, что он позвонил одному из крупнейших дилеров. Я не буду его называть, но я думаю, все москвичи его узнают по локации. В общем, суть получилась такая, что он ему позвонил, и ему сходу сделали скидку в 650 тысяч рублей. То есть автомобиль ценой 3 миллиона 650 стал по цене 3 миллиона рублей ровно. И это за наличный расчет. Обратившись ко мне, он говорит: Димон, нужно помочь, нужно провести сделку, забрать машину. Что я начал делать? Как обычно, звонить другим дилерам, перебивать цену. И что у нас получилось? Пойдемте, я вам расскажу прямо сейчас детально и подробно. Итак, мы с вами идем встречать нашу Ешечку. Друзья, это комплектация E200 Sport, цвет синий кавансит. Плюс ко всему, автомобиль покрыт уже керамикой. Плюс сейчас у Мерседесов стал в том, что вот когда мы говорим о комплектации Sport, кому бы ты ни позвонил, это будет идти речь о комплектации Sport. При этом, если ты с денежкой и хочешь себе какие-то дополнительные опции, изначально, когда ты заказываешь машину под заказ, ты можешь собрать все, что угодно. Задача следующая – посмотреть автомобиль и перейти к договоренностям. Плюс ко всему, здесь есть проекция. Сейчас день, да, но мы не увидим. В ночное время здесь будет еще светиться Mercedes-Benz. Это стоит примерно 75 тысяч рублей. То есть керамика и это. Итого общая цена допов на 150 тысяч. Что получилось у нас? Я обзвонил всех официальных дилеров и нашел одного единственного, который на точно такой же автомобиль сделал дополнительную скидку в 25 тысяч рублей. Цена его стала 2 975 тысяч рублей. После того, как об этом узнал текущий дилер, он сказал 2 950 тысяч рублей, вопрос закрыт. То есть вы должны понимать, что путем звонков, переговоров человеку мы экономим еще 50 тысяч рублей. Но даже на этом мы сейчас не останавливаемся. У нас сейчас задача сбить еще хотя бы 10-20 тысяч рублей, получить какие-то мелкие подарки. И ты скажешь: да блин, это же крохоборы, что вы себе позволяете, вам и так уже 700 тысяч скинули, а вы все до последнего. Ребят, я с вами хочу поделиться наблюдениями. Вот богатые люди состоятельные, кто имеет деньги, они постоянно торгуются до последнего. Они просто так, наверное, деньгами не раскидываются. Возможно, именно поэтому они богатые и состоятельные. Очень часто люди, у которых маленькая зарплата, которые получают фиксированный доход, приходят что-то покупать, даже не спрашивают, а есть скидка, нет скидка. Я вам не то, чтобы хочу кого-то похвалить или защитить, это как пища для размышления. Торгуйтесь, и, возможно, вы станете чуть-чуть богаче. Естественно, мы сейчас пытаемся поторговаться с дилером, хотя бы еще пятерик скинуть, но менеджер Денис говорит так, что, ребят, нафиг идите, проще мне расторгнуть сделку, потому что ценник, он знает, что это реально адекватный ценник. И самое главное, что на эту машину за такой ценой будет очередь. Ну, потому что ближайшая, вот без допов, это 3 миллиона условно, ну, 2 975. А так вот, смотрите сами по комплектации, дерево, большие навигационные дисплеи. Вот эта вся панель со временем начинает жутко скрипеть. И сама по себе подвеска такая шумная. Когда вы проезжаете неровности, она может стучать. Если уж быть точным, 730 тысяч рублей. Что вы скажете, друзья? Кто бы из вас купил? Машина свежая, 2019 года. Друзья, пришло время вам напомнить о существовании Алексея из Мытищи, который занимается полировкой автомобилей и химчистки. Сейчас, на данный момент, 25 июля 2019 года, и я приехал забирать Nissan Murano моего отца. Сейчас машина выглядит как новая. Напоминаю вам о том, что это 2013 года выпуска автомобиля с пробегом 175 тысяч километров. На этом автомобиле ездит мой батя. Здесь сделали полную полировку, покрыли 2 слоя защитных керамики, сделали полную химчистку салона. Вот машина просто сейчас как новенькая. Алексей со своим помощником сделал все, парни постарались на славу, занимались 10 часов автомобилем. Такая услуга стоит 18 тысяч рублей. Полировка, химчистка, нанесение 2 слоев керамики, полировка фар и фонарей.
чистка дисков. Таких цен по Москве и Московской области вы просто-напросто не найдете. Все контакты на Алексея я оставляю в описании, оставляю инстаграм его, там, где вы можете посмотреть примеры работ, оставляю его телефон, который вы сейчас же видите на экране. Звоните, общайтесь, обсуждайте, записывайтесь. Поэтому ставим лайк и переходим по ссылочке в описании. Я читаю ваши комментарии и вижу, что когда речь идет о дорогой машине, многие люди пишут, зачем ты это снимаешь, зачем ты это показываешь. Большая часть нашей страны не может себе позволить эти автомобили. Я с вами полностью согласен, но по статистике за последний год на дорогие автомобили спрос просто стабильный, и он только растет. Так, например, многие люди с регионов обращаются к своим дилерам, им делают скидку условно 300-400 тысяч рублей, но когда они звонят в Москву, они получают в 2-3 раза скидку больше. Таким образом, конечно же, они прилетают сюда на самолеты, как в нашем случае, ставят автомобиль на автопогрузчик и отправляют его домой. И многие задаются вопросом, откуда у них деньги, ну ты засними, ты задай им вопрос, пусть они расскажут, как они зарабатывают. Друзья, да кто же на этот вопрос ответит? Вот подойди к человеку, который покупает себе автомобиль за 4-5 миллионов рублей, скажи ему, а вот откуда у вас деньги, где вы их заработали? Кто тебе на этот вопрос ответит? Всегда люди будут говорить спокойно, все нормально, все честно, до свидания. А сейчас мы с вами присаживаемся в альтернативный вариант. Это C200 с полным приводом, тоже спортивная версия. При этом она еще идет с дополнительным оборудованием. Цена такого автомобиля 3,5 миллиона рублей. То есть в реале вы его сможете забрать, ну 1600 точно скинете. Если просто рассматривать C200, полный привод с AMG-пакетом, это который спортивный внешний вид, примерно 2500, 2600. Ну, вот вы реально сможете забрать. Если рассмотреть автомобили, например, просто на заднем приводе, там есть тоже дополнительные пакеты различные, ну, 2200, 2300, это еще реально забрать. Ну, то есть такого, чтобы вы забрали цешку по цене ниже 2 миллионов рублей, ну, это просто-напросто нереально. Если вдруг вам такое удавалось в ближайшее время, я вас поздравляю, это очень хорошая цена. Что еще вам важно знать? Обзванивая всех официальных дилеров, я в среднем получал ценник на этот автомобиль 3 миллиона 100, 3 миллиона 150 тысяч рублей. Два человека, это которые сказали 3 миллиона, и вот 2 975. На вопрос мой, почему же один дилер прям вот бьется до последнего, пытается перебить цену, вопрос простой. Это крупный дилер, и у них сейчас борьба идет за штуки. Он в открытую говорит, да, мы на этой машине ничего не заработаем, но для нас важно ее продать для галочки. То есть, чем больше автомобилей дилер продает, тем больше ему представительство производитель даст автомобилей в следующий. Таким образом, сегодня они где-то чуть-чуть потеряли, но в дальнейшем у них будет больше машин, и они заработают. Все высчитывают. Сегодня скинул подешевле, завтра накинул побольше, подороже, продал автомобили, тем самым заработал на новой машине и заработал на этой машине. Мы с вами присаживаемся в автомобиль GLA-250 полный привод. Цена такого автомобиля, вот то, что вы сейчас видите, 2 миллиона 590 тысяч рублей. Что если я вам скажу, что вот эту машину в этой комплектации можно забрать за наличный, честный расчет примерно по цене 1 700 000. То есть реальная скидка получится примерно сколько? 900 тысяч рублей. И это я не ошибся. То есть я спросил у менеджера, он говорит, пожалуйста, вот садись, оформляйся, сейчас прям на нем уедешь. То есть полноприводный кроссовер, пожалуйста, для города в красном цвете, для девчонки, ну вообще пушка, согласитесь. Как он по надежности, как он по своим ездовым характеристикам, а что можно купить, что-то другое, это вы пишите обязательно в комментарии. Я вам лишь показываю ситуацию, что вот есть машина, вот у нее ценник 2 590, но в итоге ее могут отдать за 1 700 000 рублей. В данном случае это спортивная версия G63 AMG, 17 427 тысяч рублей. Ты спросишь, и сколько же на него скинут, а я тебе отвечу, да вообще пофигу, сколько на него скинут, пойдемте посмотрим что-нибудь попроще. Итак, наступает следующий день, казалось бы, я просто переставил машину, отошел на другое парковочное место, но нет, на сегодняшний день суббота, приехал человек, сейчас он ее осматривает, эту машину, они уже находятся в зоне выдачи. Что я вам хочу сказать, в инстаграме нашего канала я делал публикацию, что мы будем снимать сюжет, и там люди пишут, а какие же скидки на Целата? Про Целата мы ничего не сняли, подписывайтесь обязательно на страницу в инстаграме, там только полезная информация. Друзья, и вот как вы просили, Целат 200, это получается автомобиль с передним приводом в комплектации с Спорт. Вот ценник этого автомобиля, как на видео, примерно 2 миллиона рублей за наличный расчет. Это, подчеркиваю, при хорошем торге. Естественно, нужно постараться, но вот эту машину можно было бы, в принципе, по этой цене забрать. Она продана, то есть она ждет своего нового владельца. Цвет, на самом деле, этот серый, ну реально очень крутой. Вот вживую смотришь на машину, блин, молодежно. Это особенно, говорят, ее девушку вроде купила, я могу ошибаться. Блин, ну класс, да даже и парню какому-нибудь, да, кататься. То есть передний привод. Все, пожалуйста. Она сейчас закрыта, поэтому показать вам, как она выглядит, только вот так по интерьеру. Но опять же, можете зайти на сайт и все посмотреть.
Так, друзья, мы с вами присаживаемся в А-класс. Смотрите, я уточнил у менеджера, говорю, сколько он реально стоит. 1 450 000, говорит, реально можешь заговорить. Говорю, а 1 400 000? Ну, в итоге, короче, если приехать поплакаться, посидеть, то, что все плохо, за 1 400 000 дадут. Какая это комплектация? Это А200. Сколько она стоит, я не знаю. Естественно, все машины нужно приезжать, смотреть вживую, потому что в шоурумах вся дорогие машины, не бюджетные, поэтому добиться цен можно. То есть в реале, я думаю, что если уж искать автомобиль там ноябрь, декабрь, найти А-класс за 1 300 000, ну 1 350 000, это реально будет. Это как бы серия бинго, это вау, круто, повезло, вот мы сейчас забираем 2 950 000. Никто ниже давать цену не хотел, а изначально говорили вообще 300 000. Значит, что я вам хотел рассказать. Человек с Красноярска, он говорит, вообще до дома ему от Москвы 5 000 км, это раз. А у него дома дилер ему предложил 3 300 000 рублей, то есть 3 300 000, а здесь он забирает за 2 950 000. Погрузчик до дома, знаете, сколько стоит? 44 000 рублей. То есть через какого-то знакомого он делает, но это реально очень дешево. Это просто там на бензин, на платной дороге, обратно ему приехать. То есть это реально круто, но 44 000 вот через час должен он приехать. И от себя хочу добавить, что есть различные схемы по покупке автомобилей. Есть люди, которые предлагают вам купить автомобиль, когда они его купили на юрлицо, тем самым они возвращают свои денежки по НДС. То есть в ПТС уже будет какая-нибудь там ООО «Рога и копыта», условно, условно. Вы покупаете у него, тем самым вы становитесь полноправным владельцем автомобиля, но вы его купите с большей скидкой. Какие здесь подвохи? Если вдруг в отношении этой ООО начнутся какие-то следственные действия, автомобиль, по идее, могут арестовать, и то есть до разбирательств на нем будут какие-то проблемы. Поэтому думайте, выбирайте, у кого вы покупаете, на каких условиях, потому что таких предложений становится в интернете очень много. Иногда это действительно работает. Люди покупают, ездят годами, никаких проблем не испытывают. Но бывает и такое, что люди потом сами жалуются, что отдал денег и потерял машину. Будьте начеку, будьте внимательны, все перепроверяйте. Друзья, мы с вами выходим на сделку, все, мы все оплатили, все подписано, то есть я вам эти моменты даже не показываю, потому что, ну зачем мне вам показывать одно и то же? Все стандартная процедура, акт приема передачи, договора, ПТС, все, расписались, и самое главное начнется сейчас, потому что мы с вами видим чистенькую машину, которая будет заезжать на автовоз. Внезапно подсела моя камерка, друзья, вот так происходит покупка, смотрите, пожалуйста, ключики в коробочке, пакет вам дают, винишко, бутылочка, ну то есть, понимаете, чувствовать совсем другой уровень. Водички, кофе, все, что хочешь, все приносит. Но все равно приятно. Я знаю, вы скажете, да, это все стоит копейки, но мелочи не имеют решающего значения. Мелочи решают все. Мы с вами присаживаемся в Mercedes V-класса, и я вам хочу сказать следующее. Ко мне обращался человек, который хочет найти вот такой автомобиль для того, чтобы на нем возить детей в школу. Вот комплектация V-класс с задним приводом примерно начинается по цене 4,5 млн рублей. Это когда уже он будет не пустой, то есть какое-то оборудование, он будет дополнительные пакеты, сиденья и так далее. Потому что самая простая версия, она будет дешевле, но эта серия, она, знаешь, она будет вообще пустая. На автомобиле в среднем скидывают 500-1 000 000 рублей. То есть можно найти версию, допустим, самая дорогая, если я не ошибаюсь, 6,5 млн рублей. Стоит. Я, например, находил версию с пробегом 14 000, она была из корпоративного отдела, то есть когда в 2018 году был чемпионат мира по футболу, людей на нем катали по стране, там, в некоторые города. То есть он самый богатый, его готовы отдать по цене 4 900 000 рублей. То есть 1 600 000 получается скидка за автомобиль прошлогодний с пробегом 14 000 рублей. Вот так вот люди живут, то есть кто-то говорит, где работа, где деньги, а некоторые покупают за 5 000 000 рублей автомобиль, чтобы на нем дети ездили в школу. И к слову, вот эти автомобили очень много покупают богатых людей под переделку, то есть они делают из него такой мини-офис на колесах. То есть, естественно, автомобиль полностью здесь тонируется, ты едешь по улице, тебя никто не видит, но здесь переделывают так, что вот тут проставят полностью перегородку, вешают телевизоры, ставят роскошные себе кресла, столики, то есть ты можешь ехать, работать в шумоизоляции и так далее и тому подобное. Ценник переделки составляет примерно 2-3 миллиона рублей. Я был в одном таком тюнинг-отеле, они говорят, мы за 5 миллионов покупаем машину и на 3-4 миллиона ее доукомплектовываем. Но при этом, говорит, есть версии, когда доукомплектовываются по цене, что аж до 15 миллионов рублей. То есть люди за свой счет покупают автомобиль, они его полностью переделывают и потом выставляют его на продажу за 15 миллионов рублей. И что вы думаете, клиентов у них нету? Есть у них клиенты. Присаживаемся с вами, ребята, в S-класс. Если кто не видел, у нас есть даже такой тест автомобиля подобного на канале. Ну, конечно, так понимаю, наверное, попроще в комплектации. Ценник автомобиля примерно, если не ошибаюсь, 10 миллионов рублей вот в этой комплектации, которую вы видите. Могу сказать одно, что по Москве это лидер с точки зрения продажи вот в этом сегменте. Когда вы едете по городу, по центральной части, вот
А восьмой вы в таком количестве не встретите. Семерок BMW вы в таком количестве не встретите. Любых других автомобилей вы не встретите. S-классы, я очень часто встречал такую ситуацию, когда ты стоишь слева S-ка, справа S-ка, спереди, сзади. То есть ты стоишь в пробках из S-ок. А самая простая версия, которую ну, люди могут купить, это ну, 5-6 миллионов. То есть, не знаю, возможно, там еще можно что-то дешевле найти. Но в основном покупают вот, в среднем 5-7 миллионов рублей в этом диапазоне. Естественно, кто прям состоятельный, там ценник перешагивает за 10 миллионов рублей. И я вам скажу, что их реально очень-очень много. Ну вот это вообще просто прикол. Ведь кто-то купит, вот этот пикап стоит 5,5 миллионов рублей. Двери настолько легкие, такое ощущение, как будто ты садишься не в немецкий автомобиль типа Mercedes, а как будто ты садишься какого-то японца. Аскетичная отделка, то есть очень много пластика, вот какие-то вставки, просто серебро. Ну, я так понимаю, возможно, это может быть... А, нет, это просто пластик. Факт в том, что, друзья, 5,5 миллионов рублей. Ну, это просто пипец. Красный пикап. Вот кто, интересно, его купит и под какие задачи? Напишите ваше мнение в комментарии. Ну, солидно, да? Согласитесь. Все равно, все-таки Mercedes есть Mercedes. Все... О, ну, когда керамика, это, конечно, очень круто смотрится. То есть вживую, конечно, классно, не знаю, там по видео понятно вам будет, нет, но смотрится неплохо. Ну что, друзья, наш ролик с вами подходит к концу. За моей спиной эвакуатор. Здесь у нас новый E-класс, который сейчас будет отправляться в Красноярск. В пути он будет ехать 8 дней предварительно, вы просто представляете. Но в любом случае, все довольны, двигаемся дальше. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Instagram-канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии, что бы вы купили бы за этот бюджет или какой автомобиль вы хотите купить. В общем, будем двигаться дальше. До новых встреч, всем пока-пока!